Хочется еще что-то петь и петь и петь, поминать батюшку добрым словом, чудесными воспоминаниями. Вот. Спасибо вам, что пришли помянуть его, столько людей. Я думаю, что вот то количество людей, которые любят батюшку, помнят его, приходят к нему, поклоняются не только в этот день его памяти, но и в другие дни. Это свидетельство того, что вот любовь народная, это как бы лишь одно проявление того, что батюшка делал в своей жизни. Но другого мы не видим, не знаем, но ведь и любовь Божия тоже, с которой он служил всем приходящим, любовь Божия и теперь у него, в нем, он в этой любви. Вот. Поэтому, конечно, когда мы творим его память, когда молимся, чтобы Господь упокоил душу со святыми, то верим, что Господь так и сделает со своим верным и любимым рабом. Спасибо, Господи.